Впервые в Ставрополе. Большой оригинальный концерт группы «Экибастуз». Настоящий питерский рок. Жизнь и драматургия. Все, что требует твоя душа. На роскошном Индиане, как на диване. Я не пан и не пропал. Я немного загулял. Солист и основатель группы Александр Устюгов. Российский актер театра и кино. Режиссер и музыкант. 29 мая, 19.00. Концертный зал ДДТ. Подробности по телефону в Ставрополе. 60 40 14 16+.